В Мумбаи установили рекорд Гиннесса по совместному выполнению упражнения из йоги под названием «Планка». Ее сделал 2471 человек, а вдохновителем стал знаменитый индийский актер Анил Капур. Он выполнял планку вместе со всеми. Здесь собрались люди всех возрастов, от 18 до 84 лет. Все пришли сюда. Никак не ожидал, что в 6:30 утра придут более 2000 человек. Мероприятие прошло в рамках инициативы «Планка для Индии». Его цель – вдохновить людей стать физически активнее, чтобы предотвратить пагубные последствия сидячего образа жизни. Считается, что упражнение «Планка» способствует общему укреплению мышц тела и помогает улучшить осанку. Новый мировой рекорд зарегистрировали представители книги Гиннесса.